Я патриотом не грублю. И русским патриотам в частности. Я родину пиздец люблю, когда отечество в опасности. Ведь если мирно спит народ, и каждый с каждым крепко дружен, патриотизм, ебись он в рот, и нахуй никому не нужен. Доярка, менеджер и панк живут себе и жизни рады, пока чужой железный танк не ебанет по ним снарядом. Ну, тут, конечно, настает конец труду и жизни личной. Страна огромная встает, и в смертный бой идет привычно. Ну да, народ у нас говно, с тупой уебищной мордой. Но в час лишений все равно он героический и гордый. Вот, например, возьмем меня. Уебок, трус и алкоголик. Но со страной случись хуйня, я полюблю ее доколик. Как тренированный барбос с гранатой поползу под танки. На амбразуру не вопрос, хотя прикольнее на тачанке. Враги ебут твою сестру, братан, звони мне на мобилу. Я подлецов в говно сотру, чтоб гадам неповадно было. У школы виселицы в ряд, на них висят пенсионеры. Пиндосам отомстит отряд борцов за родину и веру. Банкир, еврей, антисемит, скинхед, риэлтор и шалава. Отпор дадут тебе наймит. И станет родина державой. Но это все пока мечты. Без оккупанта и фашизма, простые люди, я и ты, чужды идей патриотизма. Нам похуй, ты меня прости, родной отчизны честь и совесть. И спит на запасном пути наш заржавелый бронепоезд. И ты урод, и я урод. Таких, как мы, среди нас немало. Но мы пиздец какой народ, когда нам съездят по ебалу.